Вера, мол, у тебя есть сейчас надежда. Дима, открой дверь, словно это очень дорогой подарок. Это... Чего? Спасибо, Серега! Спасибо! Это то, о чем я думаю, да? Это за что? За то, что или нет? Или за то, или нет? Ай. Просто так! Та-да-да-да! Просто так! Эй, кто там у меня в коробочке? Кто у меня подарок? Это Вера, соседочка. Ух ты. Верку мне подарил? Ну, конечно. Яу! Привет, ребят. Привет, привет. Ну что, все нормально? Вы покатались? Я пришла за ключами от своей машины. А? За ключами от своей машины? Да. Дима и Сергей, расскажите Вере, где машина? Но один противоречит другому. Машина, она на улице, как бы. А, стоит. В подъезде. А она просто стоит уже давно там. Ну, в движении. Как? Стоит, но едет. А, ну, и там, ну, ты найдешь, а там фонарь рядом с ней. Ну, как рядом? Внутри. Вера, разбили твою машину. Переживай за нее, как за твою первую любовь. Вообще ей капец. На улице машина? Ну да, проветривается. Мы вы ее, что, ты... разбили ее? Мы ее что значит разбили? Разбили? Выгулили. Это на счастье, как посуду на свадьбе. Да. Поздравляем! Любимый! Не уходи! Я умоляю тебя! Я не знаю, как я буду жить без тебя! Я умоляю... Как я буду без твоих зеленых глаз? Я тебя прошу! Я же твоя навсегда! Я верну тебя к жизни! Дыши! 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 Зыбра. Все, пошла другого искать, да? Дима, расскажи Вере, что ты разбил машину из благих побуждений. Вы подлецы оба. Мы, да нет, мы еще, Верочка, это... вот послушай меня, это... Я сделал это лично, это сделал я, конечно же, но это я сделал специально. Понимаешь, во-первых, ты сейчас прочувствовала, да, то, что нас не убивает, делает нас сильнее, Верочка, дорогая, конечно же. Это мы чуть не погибли ради этого, понимаешь? Во-вторых, тебе зеленый цвет вообще не шел. У тебя глаза же. Голубые. У тебя голубые глаза. Зеленое с голубым вообще не сочетается, да? Да. Ты да, смотрелась, она... как лохушка на ней, понимаешь? Да серьезно, я тебе боялся сказаться. Ты понимаешь, у тебя есть подружек, хоть у одной поломата есть машина? Нет. Вот. Да ты будешь разрывать в компании, ты правда, че? Правда, да? Конечно. Такой типа, подъехал. Сейчас ты будешь ходить пешком. У тебя тут стройненькая фигурка, все. Ты реально, как ее купила, стала так. Тебя будет в метро. Стала толстеть. В метро когда была последний раз ты? Так, по-честному, давай. Вот когда была последний раз? Год назад. Знаешь, сколько там мужиков красивых? Вот таких, как я. Которые сидят и читают умные книжки. Вера, благодари Диму, как Сара Коннор благодарила Терминатора. Должна мне еще спасибо сказать. Ну, там. Спасибо, Терминатор! Спасибо! Спасибо! Я очень благодарна тебе! Спасибо! Я понял. Ты понял? Ой, я везде уже повалялась, и на полу, и на машине уже все. Тебе и здесь грязно, и здесь. И здесь. Дима, открой дверь, словно ты парашютист-неудачник. Нормально пьется? А? Пьется секунду. Подожди, подожди. Вот так вот, держи эту штуку, вот так вот. Ну, как бы держи ее и иди за мной. Она. Он вот такой вот. Кто? Давай. Кто? Это парашют был, не раскрывшийся. Вообще никакой фантазии у вас вообще.
Алло, а я могу говорить, у меня зубы сломаны? Здравствуйте, я представитель молодежного портала. Вашу аварию сняла какая-то бабушка на смартфон. Это Кузьминишна, у нее только смартфон там в доме. Бабушка Рабинович. Уже 17 миллиардов скачиваний. Ну, вам полагается премия небольшая. Давай, открывай, бегай. Все, 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 заходите, да, конечно, заходите, да. Бабло идет. Спасибо. Сергей, Дима и Вера. Вы встречаете Андрея, как кошки встречают Куклачева. Боже мой. А нет, нет, нет. Дай. Это надо снимать. Одна вот здесь. Надо ботинок снять, пописить сюда. Нет, одна вот такая. Ты где был? Жрать давай! Жрать давай! Хозяин, вы не могли бы убрать там эти катушки? Почему от тебя пахнет другой кошкой? Где? Ты... Я был нормальным котом! Почему? А ты кого-то дрессировал, других... Нормальным котом, а что случилось? Я тебя хочу спросить, что случилось! Андрей, вручи Вере чек, но ты очень жадный до денег. Они... Так, друзья, я напоминаю, хотя мне не хочется об этом напоминать. Вам полагается премия. Кто хозяйка машины? Я. Вы? Да. Вам полагается чек на 1 000 000. Я вам его хочу... Давайте, давайте. Давайте, давайте. Давайте. Давайте я вам дам лучше нормальные деньги, реальные. 200 рублей. 300. Задание для всех. Машина на ходу. Отправляйтесь в путешествие. Кошмар, сидит, да, ё-моё. Может, через подъезд? Это подъезд. Прокачу. Че, готовы? Да, я готов. Давайте этого заберем. Научного работника. Дай с песни. Ничего на свете лучше нету, чем людям по белу свету, тем, кто дружен, не страшны тревоги. Сергей Светлаков, Дмитрий Брикоткин, Вера Брежнева, Андрей Рожков и Тимур Батрудинов. Проект «Южная Бутова» на первом.